В городском округе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны. В свой 90-й день рождения письмо от имени президента России Владимира Путина получила жительница Химок и труженик фронта Тамара Ивановна Перепечкина. Вот письмо вам от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот. И поздравления от главы городского округа Химки Волошина Дмитрия Владимировича. Цветы зачем преподнести? Ежегодно 8 января вся семья Тамары Ивановны приезжает в ее дом, чтобы поздравить с днем рождения. Семья большая, две дочери, внучки, трое правнуков. В этом году семейный праздник посетил заместитель главы администрации муниципалитета Виталий Турчининов. За праздничным столом вспомнили фронтовые годы Тамары Ивановны. Во время войны ты же помогала фронту. Помогала сварщикам, к танкам. Люки приваривала сварщиком. А сколько лет тебе было? 16. 16 лет. Обули, одели, 6 месяцев поучили. И все, и работать. Поздравления от правнуков, стихи и совместные фотографии завершили встречу чаепитием. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.